motherfucker. Необъяснимое, но факт. Не, она нормальная, смотри. Вообще, что это за новости, я не пойму. Один там, значит, это вот вторая вообще тут это. Животные вы. Нормальные, нет? Что там происходит вообще? Кто-нибудь может мне объяснить? What's up, ребятки, с вами канал Олегемза, с вами Рак, это Ark Survival Evolved Aberration. Это приключение Ultra Quattro XX Styles 50 000 AMG Steel Alpha 4x4. Тем временем мы спускались все глубже и глубже. Так, где-то здесь у нас сокрытое гнездо. Яйцо! Я вижу яйцо. Мы нашли. Наконец-таки. Есть, я подобрал яйцо. Опаньки, жопаньки. Меня крижет. Что? Почему? Так, мы все погибли, остался я. Да, мы возьмем яйцо и выкарабкаться отсюда вот как-нибудь. Сука, яйца терять вообще не вариант. Ну, ты обосрался. Нормально, но это нормально. Там стопудово радиация, как бы, да? Вот если смотреть туда, это кратчайший путь. Нам нужно вон туда. А мы бежим наверх и постараемся сейчас как минимум появиться там, где нет радиации. Вот это приключение. Получается, что мы потеряли 2 крабов, 2 седла потеряли. Главное, чтобы исчезла радиация. Блин, это чертова радиация, она повсюду. И ведь другого пути-то нету. Ну, в плане того, что... Как так получилось? Со всего гнезда. Слушай, ну это, в принципе, было предсказуемо еще по выжженным землям, что если тронуть яйцо, то на тебя сразу сагрятся все. Это мы еще поняли по Исланду. Мы двигались наверх. Тем временем гонка продолжалась. В общем, цель мы свою выполнили. Так, следующая высота. Виднеются вот эти вот штуки. По идее, там радиации не будет. Так-то я уже, смотри, как поднялся. Вон то озеро. Мне туда, ты видела? Мотыль под спидами, просто. Это светлячок, просто очень быстрый. О, радиация пропала, кстати. Осталось совсем малость. Я выбрался, я сразился с Василиском, 5 раз срывался на крюке, чуть не разбивался насмерть, выбрался на поверхность. В следующем видео мы будем заниматься чем? Выращиванием калистых дрейков. С вами был канал Олегеймз, Let's Play Rack, увидимся, ребята.